Всем привет! Мы на даче. Господи, только что приехали. Сейчас 9 с чем-то там. Вот я зашла быстренько, сорвала первые попавшиеся огурцы. Купили вот такие тетрадки в Диксе. Сейчас мама срывает кабачки. Смотрите, какой сорвала. За 5 дней такой вырос. Мы абсолютно все маленькие тоже срывали, когда уезжали с дачи, чтобы вот потом вот таких вот не было. Они просто невкусные, говорит. Ладно. Маленький и вкусней. А я сейчас направляюсь в теплицу. Мама, нам нужно гигантское ведро. Всему отпускаем и идем собирать огурцы. Я уже видела, что там есть прям переростки такие конкретные, кабачки, можно сказать. Вот. Ну, соберем, что есть, что есть. Погода была не очень здесь. Я смотрела прогноз погоды. Ну, такой себе. Градусов 19 было, 20 вот так. Плюс она была немножко приоткрыта, и там было попрохладнее, естественно. Первый огурец еле помещается в камеру. Может, в книгу рекордов Гиннесса занесет. Ну, как бы все. Я все собрала. И вот сколько у меня получилось. Ну, то есть почти 10 литров. Да, тут совсем маленькое пространство осталось. Вот наши огурчики. Гуляла, уже пришла домой, покушала, и вот сейчас опять иду в теплицу, так как я все убираю, абсолютно все. Хотела оставить, потому что здесь еще есть огурчики. Фокусируйся. Вот. Есть огурчики, но решила, что не буду, поскольку мне нужно и удобрения вносить. В общем, много чего мне тут нужно сделать. Поэтому сейчас с мамой будем этим всем заниматься. Оставила некоторые плети, на которых есть огурцы, есть чего ждать. Вот, перекопала все вокруг. Я сажусь за уроки. Мне нужно сделать алгебру, химию и биологию. Биологию 3 конспекта. Химия немного там заданий. Ну, 2 штучки, но они такие. Я понимаю хорошо эту тему, поэтому не составит труда быстро сделать. А алгебра 30 примеров, а 15 я уже сделала, осталось еще 15. Доброе утро. А сегодня воскресенье, я вчера сделала полностью химию, алгебру. Слава богу, что всю, потому что было много задано. А сейчас буду писать конспекты по биологии. Тут сбоку у меня удобрения лежат, вы не обращайте внимания. Потом пойду в теплицу, буду удобрять землю. И раскислять тоже. Ну, в общем, буду в теплице заниматься. Ну, а пока делаю биологию.